Приветствую вас на канале Beauty Maker. Вот и добралась я до компьютерных игр. Сегодня будем делать прическу в стиле княжны Цириллы из Ведьмака. Как вам этот персонаж? Нравится ее образ? Прическа, кстати, очень стильная и отлично подойдет на каждый день. Тем более, что делать ее очень быстро. Прямой пробор слегка смещен от центра в сторону. Оставляем с каждой стороны у лица по большой части волос. Остальные волосы зачешем назад и завяжем низкий хвост. Вытянем немного объем. Закручиваем хвостик в жгут и заворачиваем в пучок. Приколем кончик невидимкой. Весь пучок закрепим шпильками. Теперь часть волос у лица, что справа, заносим на пучок и приколем невидимками. Кончик обернем вокруг пучка и тоже приколем. И часть волос с другой стороны у лица также накладываем на пучок. Прикалываем. Кончик спрячем под пучком и приколем невидимками. Прическа готова! Спасибо вам большое за просмотр! Подписывайтесь на канал Beauty Maker и жмите колокольчик, чтобы не пропустить все новое и интересное. Ставьте палец вверх, если прическа вам понравилась. Ну а я вас всех целую. Люблю. Всем пока.